Rainbow English, учебник 5 класс, 2 часть, Unit 6, Step 1 и упражнение номер 5. Послушайте и повторите, что означают эти новые слова. Beautiful – красивый. Beauty – красота. The beauty of the city – красота города. The beauty of the music – красота музыки. We all heard about the beauty of this old Russian town. Мы все слышали про красоту этого старого русского города. Visit – посещать, навещать. Visitor – посетитель или гость, да, то есть many visitors come to Russia every year. Много посетителей, так, не нравится мне это слово в этом значении, много приезжих приезжают в Россию каждый год. Climate. Климат. The climate in the north is not like the climate in the south. It's a lot colder. Климат на севере не похож на климат на юге. Он намного холоднее. Так, затем. Territory. Территория. There are some museums on the territory of the Moscow Kremlin. На территории Московского Кремля несколько музеев. Tourist. Турист. A lot of tourists from different countries come to our city every year. Много туристов из разных стран приезжают в наш город каждый год.